Здравствуйте, друзья. У нас вопрос о дружбе. Вот спрашивает человек, что это в моем личном понимании, как это понимается в Америке, чего можно ожидать от друга, чего нельзя ожидать от друга, должен ли друг жертвовать своими интересами. Это тоже из вопроса ожиданий. Отдам последнюю рубашку, последняя корка хлеба и так далее. Значит, как вам сказать, значит, безусловно, в Соединенных Штатах и, например, в России понимание дружбы отличается. Потому что в Соединенных Штатах люди все-таки более, как сказать, самодостаточные, что ли. И здесь принято решать свои вопросы самостоятельно. Для выживания и даже, скажем так, для успешного функционирования, более чем успешного, ты не завязан на то, что у тебя есть друзья, а без друзей ты пропадешь. Я вспоминаю время, когда мы вот жили в Советском Союзе, и там без друзей, например, совсем плохо было, потому что я в одной очереди стоял, купил там на 3-4 там человек, я знаю, что им надо, они где-то стояли, где-то там в очереди тоже где-то купили и так далее. Даже когда мы, например, вот, скажем, переезжали куда-то, то, наверное, можно было кого-то там взять, нанять грузчиков, но просто не было денег таких, чтобы нанимать грузчиков, поэтому все, что можно было, приходили ребята, вот там, ну, друзья, и там все это таскали, там помогали и так далее. Это было как бы очень принято и, в общем, как бы даже нормой было. Я не говорю о том, что есть еще душевное общение, и там и песни под гитару, и там в поход там с рюкзачком, вот, и, ну, самые разные бывают тусовки, и по разным, так сказать, основаниям там люди собираются вместе, но... То есть есть как бы культурные различия в понимании дружбы, но даже в одной и той же стране, понимаете, разные, в разных группах разные люди, они ожидают чего-то, с чего, может быть, другие люди не готовы им дать. Это чисто вопрос найти тех людей, у которых такое же понимание, как и у тебя. Не нужно ожидать, что другие люди вокруг тебя вот точно так же к этому относятся, как и ты. Вот если ты готов снять последнюю рубашку и отдать, это не значит, что все вокруг готовы сделать то же самое. Это не значит, что они не друзья. Они просто по-другому это понимают. То есть есть как бы какие-то пределы, где ты можешь ожидать помощи или не ожидать, где ты можешь настаивать, что тебе, ну, как, грубо говоря, положено, или где-то не положено. Может быть, ты в этой ситуации ему вот дал вот столько, а он тебе в такой же ситуации, когда обстоятельства изменились, не дал и 10%, и вообще даже в твою сторону смотреть не стал. Понимаете? И, а так, вроде, друг, как понимать друг? Я помню, в начале 90-х, там, я с одним человеком беседовал, он жил в Москве, а я уже был в Америке, и я, как бы, эти реалии тогдашние не понимал, но вот я от него как бы впитывал. Вот он, я говорю, почему так много убивают людей? Он говорит, ну вот смотри, говорит, ну вот друг, да, одолжил там у тебя 50 тысяч долларов. Вот. И дальше он думает, можно вернуть 50 тысяч долларов, а можно, например, там за пару тысяч долларов грохнуть того, кому должен. И вроде уже не надо отдавать 50 тысяч долларов. Вот что важнее, 50 тысяч долларов или друг? Там, понимаете, то есть и до такого тоже доходит. Я просто хочу сказать, что меньше всего нужно как бы настраивать на себя на то, что другие люди с тобой находятся на одной волне. Людей, которые с тобой на одной волне, люди всю жизнь... ну, как бы вокруг себя собирают и берегут, и лелеют, и это как бы очень, очень сложная такая штука. Поэтому рассчитывать, что есть какое-то общее понимание, нет, нет общего понимания. Вот есть ты и есть твой друг, вот вы можете с ним понимать что-то одинаково. А может быть такая дружба, где один там другому дает много, а получает в обмен мало, но его это устраивает. А бывает, что не устраивает. А бывает, что ему дали много, а он считает, что ему дали мало, а должны были дать больше. И тут не то, чтобы люди обижаются, знаете, они переживают, обижаются, ссорятся, ругаются, но смысл этого в том, что просто они не были на одной волне. Знаете, это не то, что вы можете пойти в суд и сказать, вот он обязался, вот его обязательство, вот я требую, чтобы он мне вернул. Это совсем из другой области, поэтому здесь
как бы мы имеем дело с вопросами этическими, нравственными и так далее. И здесь у нас, ну нет такой уж прямо нравственности и такой этики, чтобы все там разделяли. Мы можем там сказать, что мы, ну, практически все, может быть, ну, подавляющее большинство из нас, допустим, мы придерживаемся там, скажем, там, заповеди там «не убий», например, да. Да, вот на этом уровне там, наверное, но снимать последнюю рубаху или там жертвовать своими интересами. Есть люди, которые с удовольствием там себе в ущерб сделают что-то для своего друга. А есть люди, которые такие сами себе друзья, что фактически сами себе враги. Понимаете, так бывает. Я помню, я давно читал, очень давно, по-моему, это у Чарльза Диккенса в «Барнаби Радж», там был такой разговор, а может в другом произведении, у Диккенса точно, там два человека беседуют, и один говорит, скажи, говорит, вот почему так бывает, что человек сам себе враг? Тот говорит, так не бывает, что сам себе враг, человек сам себе всегда друг. Тот ему говорит, ну да, говорит, но бывает, что вот человек ведет себя так, что он сам себе враг. Тот ему говорит, конечно, это потому, что он себе настолько друг, что уже ведет себя, как будто он сам себе враг, понимаете? Поэтому тут уже не только к другому, но и сам к себе, и поэтому, к сожалению, нет такого простого, четкого, красивого ответа, вот, чего ожидать, чего не ожидать. Вот, а ответ такой, ищите людей, с которыми вы на одной волне. И это работа, это большая, серьезная работа, это всю жизнь нужно ее выполнять. А бывает, что так как-то на тебя свалилось с неба, так может, это и ценить не будешь, я не знаю. Ну, в общем, это большая работа, я бы так сказал. Вот для меня это большая работа, вот если лично мое мнение, это большая работа. Счастливо!